Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет нестандартный ролик. Не иди сюда, ты что. Поговорим просто с вами о приманках. Как вы видели в предыдущем кадре, я поймал неплохого судака на вот такую вот, ребята, замечательную мандулку нашу. Номер я ее не помню, но это сейчас даже и не важно. Стояло на этом месте с утра порядка 5-6 лодок. Когда мы проплывали через данную точку, боковым сканером я обратил внимание, что есть небольшое скопление рыбы, и у бровки стояла интересная рыба. Но мы не стали мешать людям лезть в толпу и пытаться поймать там своего судака. Занимались поиском рыбы. Позже вернулись на данную точку, пройдя эхолотом, увидел интересную стоянку порядка где-то 12-15 рыб. И что получилось? На одном из первых забросов вы, ребята, все увидели. Клюнул хороший, зачетный судак, вес я его не знаю. Клюнул, ребята, на мандулу на перегрузе. К чему я все это веду? Хотелось бы в данном видеоролике с вами просто поговорить и поделиться, наверное, своим опытом, рассказать ту информацию, которой я владею. И, возможно, кому-то из вас она будет полезна, а может быть и нет. В нашей стране, и не только, очень многие ребята делают мандулы. Неважно, какая это мандула. Даже сегодня мы стояли, соседняя лодка, ну, мужчина с соседней лодки говорит: ребят, купил ваши мандулы, не могу ничего разловить. И при нем хорошая, качественная поклевка, кеша уклепал и зашел к нам на борт, на фотосессию, и пошел в черный абаджан. Говорит: ну как вы на них ловите? Так вот, ребят, хотелось бы в данном видеоролике раскрыть вам три ошибки, которые ребята делают при ловле на мандулу. После того, как я снимаю ролики и другие блогеры, многие рыболовы бегут в магазин, снося все на прилавках, все, мандула, профмонтаж, высший пилотаж, поролон, это мешок судака, я сразу поймаю. Ребят, это все ошибочно. Каждой приманке есть свое время и место. Если вы купили ту или иную приманку, купили там пачку китеча, и вы словите свою первую рыбу, не факт, далеко не факт. Поэтому нужно всегда, к чему я все это веду, что нужно всегда все делать обдуманно. Мне нравится ловить на мандулы, мне нравится ловить на поролон. Я обожаю ловлю на всякие нестандартные приманки. Я от этого получаю удовольствие, от того, когда многие супер дорогими приманками стоят, не ловят, а я по стариночке на кусок поролона, либо на кусочек тапочка, раз-раз-раз, и хороших там рыб начинаешь ловить. На запрессованном водоеме и в толпе, ребята, это уже о многом говорит. Значит, первый, очень самый важный фактор при ловле на мандулу, номер один, это, ребята, ваш спиннинг. Если у вас мягкая палка, скажем так, даже на ней будет написано там фаст или экстра фаст, это еще ни о чем не говорит. Палка должна быть дубовой, то есть это кол. Вершинка не должна быть мягкой. Это не джиговая палка, это просто колышек. Для чего кол? Во-первых, на приманке находится два тройника. Чтобы не лить рыбу, моментальная подсечка приведет к хорошей засекаемости. То есть вы будете моментально реагировать на подсечку. И немаловажно, это анимация приманки. Если у вас вершинка на спиннинге валит, ничего хорошего, друзья, с этого не выйдет. Это 100%. И вы, скорее всего, даже будете испытывать большой дискомфорт при ловле на мандулу. Да, можно приловчиться, можно ловить. Но вот именно целенаправленно для ловли на мандулу, конечно, не мешало бы выбирать себе спиннинг с более высоким тестом. И чтобы строй у него был, скажем, экстра-экстра фаст. Очень-очень быстрый. Палка, конечно, должна быть информативная. Я себе, ребята, вот давеча недавно... Приехала мне палка, такая же точно, как у меня была в предыдущих роликах. Длина, производитель, все то же самое, фирма Dragon. Но я себе взял палку до 35 грамм. Палка, такое впечатление, что ее создали ребята для того, чтобы ловить на мандулу и на приманки, в которых нужна быстрая засечка. То же самое касается поролона. Моментальная подсечка. Номер один, палка. Номер два, ребята, это работа мандулы на перегрузе. Мы сейчас ловили на глубине 4-5 метров, и вес доходил. Я поймал рыбу на 22 грамма, напарник Серега поймал рыбу на 24 грамма. Вдумайтесь, 4,5-5 метров, 24 грамма. Но тут опять нужно понимать, если у вас дно замулено, вы кидаете там в центр русла там, или где-то в озере, 24 грамма может приманку выл затянуть полностью. Мы ловили под бровкой, поэтому там, где стучит,
там нужно стучать еще сильнее. Для того, чтобы стучало сильнее, чуть-чуть отклонюсь от темы, сама мандула, это шумовая приманка. Многие даже не понимают, почему работает мандула. Я очень много делал подводных съемок, видеосъемок. Так вот, когда ты загружаешь видео, и ты слышишь этот звук, как она вот на подрывах, вот эти соединения, они клац, 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 стучат. Вот именно вот это вот один из тех факторов, которые в мандуле провоцируют рыбу на поклевку. И перегруз дает возможность очень резко подрывать приманку, стучать ей и делать всякие несуразные движения. Поэтому, ребята, палка, не бойтесь перегружать приманку. То есть нужно, если вы ловите на силиконе на 12 грамм, на 14 ставите вес по свинцу, то на мандулу вы можете спокойно лепить 22-24, если позволяет рельеф и дно. Это вторую ошибку. Многие ребята этого не делают и пытаются на мандулу ловить на таких же весах, как на силиконе. Не знаю, как у кого, но у меня мандула в таких условиях практически не работает. Еще есть такой немаловажный фактор. Я рыбачу практически все время с лодки, поэтому, возможно, с берега какие-то немножко другие там будут форматы ловли на мандулу. Но это уже другая история. Я делюсь, как делаю я. И, ребята, третий очень важный фактор – это проводка приманки, подача приманки. Как вы работаете с мандулой? Просто крутить – бред. Где-то там что-то делать – бред. Мандула, ребята, вот это 100% работает, как правило, тогда, когда молчат силиконовые приманки. Почему она работает? Я вам объясняю, почему работает мандула, когда молчит силикон. Силикон – это приманка, которая не имеет шума, 100%. Приманка, которой мы там зависаем, там что-то там делаем, какие-то подрывчики, там еще что-то. Когда рыба пассивная, она стоит, прижатая ко дну, и стоит на месте. Наша задача на перегрузе подать какой-то такой раздражитель, который судак уклепает моментально. И здесь, ребята, как ни кстати, подходит наша приманка мандула. Подача приманки – это очень важный фактор, повторюсь еще раз. Все зависит от ваших рук и от головы, от мыслей. То есть, есть рыба пассивная, и мы делаем два подрыва. И там или два оборота катушкой, там жук-жук, два подрыва. За этот момент, ребята, мы можем пролететь больше 2 метров. Представляете себе, стоит 15 судаков возле коряшки 2 на 2, а вы это все перелетаете. И у вас нет поклевок. И именно сегодня происходило то же самое у мужчины, который стоял рядом с нами. Он просто рыбу перелетал, делая 2 подрыва. Я в этот момент делал аккуратные подрывчики. Раз, катушечкой. Раз, 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 раз. Легенько, легенько, легенько. Маленькая ступенечка. Я понимал, что рыба где-то здесь. Моя задача была ее нащупать и подать ей правильно приманочку. Так вот, именно нащупал я рыбу короткими ступеньками, и судак моментально отозвался. 4 заброса, 3 поклевки, ребята. 2 слил и 1 взял. Такое тоже обрывает на мандулу. Первая поклевка была хорошая, он заджмякал. А 2 остальные такие, как, знаете, как прижимочки какие-то. И именно, ребята, вот эти 3 фактора, которые я вам назвал, они, наверное, и являются залогом успешной ловли на мандулу с лодки, ребята. Вот такой вот сегодня видеоролик. То же самое, друзья, происходит и с нашими поролоновыми приманками. Вышел поролон, все, вау, поролон, там насмотрелись, ребят, спало, все, джу, магазин, джик-джик, а оно что-то непонятно. Ребят, экспериментируйте, пробуйте, все работает, всему свое место и время. Силиконовая приманка, она давно не является абсолютно панацеей. Точно так же, как и мандула, и поролон, и воблер, и так далее. Есть место, есть определенная рыба, есть определенные приманки, мы экспериментируем. Все зависит изначально от того, что мы хотим поймать, что мы хотим сегодня сделать. Есть у нас эхолот, рыбачим ли мы с берега, и уже под эти все условия мы, ребята, подбираем приманку.
ребят, кому нравятся мои видеоролики, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте внизу лайкосик, чтобы мы быстро набрали большое количество подписчиков. С вами, ребята, был Ромыч. Спасибо, что дослушали до конца. Всем пока и до скорых встреч. С вас подписка, друзья. А с нас хороший, качественный контент.